ничего, нифига. Еще в доме. Наверное, он полегче вчера будет хоть немного. В смысле, что полегче хорошо, ты имеешь? Что ты имеешь в виду, полегче будет? Колесо это. А, твое, ну, чем вот это? Да. Ну это чуть там полегче. Вот эти 5 килограмм, они на самом деле, ну как бы, такое. Ну одной рукой, да, конечно, его можно взять. Но у него нет ручек вообще нормальных, вот это плохо. Ручек нет нормальных, это вообще плохо, что он тридцатку весит и двух ручек нету у него, одна вот эта вот ручка. Эмоушены эти, инмоушены, да? Ну вот. И найнботы тоже, и инмоушены. Ну вот, они, короче, не стремятся сделать дешевое полколесо. Понятно. То есть они делают вот просто колесо, какое могут делать. Они не делают никаких там упрощений там. Вот, заместо того, чтобы, например, упростить, каких-то пару стенок убрать и поставить туда еще батки, там, движки, там, не делают вот этого. Это вот эти вот колеса, понял, вот Шерман, потом Гатвей, ну вот, короче, Кингсонги, наверное, тоже вот такие, я не знаю, не видел, кстати, вообще, как Кингсонги выглядят там изнутри. Они вообще не то не все, блядь, они ну пытаются вот делать вообще. Ну, то, что вот фишка в том, что, короче, эти стремятся, короче, из, например, определенного объема, из корпуса, да, выжать максимальное, короче, бабки за него взять, так? Нет, минимально, точнее, бабок за него взять, при том, что он максимальный будет. Вот, то есть, если ты вот этот взять, да, твой, он почти как вот этот, но по параметрам в два раза меньше. Ну вот, бабки у него в два раза меньше у этого твоего. Ну. То есть, а бабка это основной параметр. Двигатель его нефиг вообще брать. Ну, считай, что мощность, она тебе, хоть сейчас 10 киловатт сюда поставим движок, но смысл-то от него, если у тебя бабка-то 1700. И улитки перебегают через дорогу. Сюда, да, наклеил. Вот эти, да? Да, я вижу, да, вот эти ты ввалил туда. Три трубы раздевать там где-то в бойлерной. Прикольно, у нас на работе, есть вот такая серая тоже, ну, что-то заворачивают, там какие-то движки, может, вот тут такой толщины есть. Наверное, 25 миллиметров. Да не, это и так, более Влад, это все хрень. Он тоже так нашел в упаковке, прикольно. Лежало. Это временно, если ты начнешь реально его использовать, а это все ушатается. Мнется. Снаружи, просто ушатается. Все. Прикольно, да? Да. Ну оно легкое, боденькое. Оно вот так, ну, бока его вообще штормишь, оно очень легкое. Оно высокое, и да. Нормально. Но на нем уже шестьдесятник, это, то есть, если на можно, этом шестьдесятник, он предел, вообще да, только 60. Лупит, этот шестьдесятник, это вообще жесть. Это предел, самый его
Вообще, ты да на нем 40 едешь, уже норм. Ты разгонял. Мне резина не нравится. Не, я пока что только 32 езжу на нем максимум. Резина не нравится, я кабуто подкидываю еще на 30. Едешь, и на кабуто чуть-чуть так стабильно делается. Можешь что-нибудь с непривычным. Да. Серега, дай на твоем катану. Да, давай, давай. По... Бля, вообще, правда. Вот сейчас стою. Ты на моем еще катанешь, на свой вообще не встанешь ну, там. Возможно, это. Да. Что, тяжело? Итак, это... Неудобно, видите? Да, вот это мешает. Очень-очень, да, не... Назад. Я вот это еще, Серег, светотеневую сделал. Нормально, да. А то слепило очень, короче. Я помню, ты ехал мне навстречу. Да, не получается. А я тоже вот сделал... Ну, у меня она отвалилась, я ее снова приклеил. А на ближний, я так ее на ближний там... свет я вот туда наклеил эту изоленту. И вот, короче, в аккумуляторе, да, вылетело, и вон, вот, в нем, короче, внутри стоит, типа, как бы, да, литий, между двумя контактами, да, то есть, вот, представьте, сейчас два контакта, да, банку, в ней, короче говоря, два контакта, здесь сунувший контакт, катод, это плюсовой катод, он, короче, этот, и минусовой анод. Ну, минусовой, он вообще, как бы, считается, вот, полностью весь контур банки этой, он и есть минусовой анод. Так, жидкость у него прям налита в анод. И в центре... Грубо говоря, корпус и отличается. Да, корпус. И в центре вторнуто вот это плюсовой контакт, да, он вторнут в центр вот так вот опущен и стоит, грубо говоря, так представь. Это представление просто так, то есть на самом деле вот это контакт там пленком жестким. Вот, а на самом деле, ну, если вот представить, вот так, да, это стержень в центр опущенный, да, короче говоря, из проводов приходят отработанные, короче, вот эти электроны в аккумулятор назад. И они плюсуются через катод. Катод создан из специального материала, чтобы химически воспроизводить в жидкости их теперь. То есть они пришли отработанные, и он их в жидкость... Там происходит окисление, понял? То есть еще целый химический процесс, как они, короче, из тела, из проводов выходят в тело в жидкое. Состояние. То есть только что они были в жидкости, плавали, и только что перепальцировались через стены они. И вот тут вот этот происходит, да, переход на катоде в жидкость, потом они в оно, ну, в жидкости заряжаются, и когда подключается, ну, энергия, заряженные уже стремятся туда, разряженные сюда, прям на катод прилепляются, стремятся, а заряженные туда стремятся на анод и уходят. Между ними, между вот этими двумя контактами, есть стенка, называется сепаратор. Между ними, ой, с одной и с другой стороны, две разные жидкости, так? И отсюда, сюда жидкость не должна через сепаратор, это дырки мелкие, короче, такие. Они пропускают только определенные частицы. Если они будут чуть больше, эти будут другие частицы пропускать, литий начнут пропускать. Когда сепаратор разъебывается от того, что замораживалась жидкость, или били его, или быстро заряжали от того, что быстро через него движение тел происходило через эту дырку, он умирает. Его постоянно, этот сепаратор, улучшают из жесткого материала, его специального. Там просто как пленка кажется. На самом деле это там мелкая дырявая перфорированная лента такая, она наночастицы только пропускает. И вот, короче говоря, когда они разваливаются, эти дырки, туда наполняется литий, и случается там прям замыкание в этом месте, ну и получается плюс-минус внутреннее замыкание. А так как там в аккумуляторе не просто штырь воткнувший и банка, а там внутри бумага, то есть он как делает аккумулятор, бумаги слой, который не пропускает электричество, и сепаратор. Сюда жидкость та мажется, сюда это мажется, и снова слой бумаги, и это все вот нереальную катушку закручивается,
Вот, и там может много раз, ну, везде слоя эти на руках. Домовуху делали, прям в детстве. Ну вот, короче, да, аккумулятор вот так сделан, но основная у него вот это вот, как по банке смотрится, а там уже это намотка, понятно, что там вообще намотано, что пальто это вот. Вот, то есть, такая вот. Новое 500. Не, вот. Новые 200, нафиг. Ну и что ты на моем прокатился, Влад, как? Ну вот, короче, подучи, что ты скажешь. Там вот эти, короче, вот эти я набил жестко. Нижние подучи вот эти, они, да, жесткие. Это я специально их набил, мне вообще заебись. Вот эти, да, вот. Мне они на... Ну, у меня сперва они маленькие были, я их пожестче. А ты уже по-другому, Серёг, я на этих не катался? Не, просто в ботинках. Не, катался, ты катался. Я в ботинках. Если без ботинок, может быть и наоборот. Да нет, это их сколько хочешь можно надуть. Я те же старые просто надул. Еще туда сунул, вообще комок здоровый, я сунул. А мне, понимаешь, там не хватает в этом месте вообще. Не хватает. Сигареты. Ну и как тебе? Не, мне нормально. Мне педали очень маленькие. А вот эти как тебе? Эти нормально вообще. Ну вот, хочешь, я тебе такие прям сделаю, у меня лежит кожак прям на них. Ну, эти убрать, да, сделать эти. Да? Да. 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 И клык вот этот переставить, эту нахуй обрезать, вот прям так же, как у меня. А вот эту я тебе могу шить ее, ну, блядь, ее просто набить там больше-меньше. Возможно, может, она мне вообще не нужна. Не, она, видишь, в чем дело, что она кажется, что она тебе не нужна, но вот, но вобла, реально вот сейчас уже для наваливания не хватает стабильности на вот этом. Я уже знаю, как, ну, на этом опасно реально больше сороковника, на нем опасно гоняться, несмотря на то, что у него движок мощный, толку нет от этого. Веса нету. Она сделана. Вот я сейчас на этот встану, как дам тоначе. Хайторг специально, что типа крутящий момент для того, чтобы резкие ускорения делать. Ну он что-то ускоряется, я бы не сказал, то есть он ускоряется, но он очень легкий там какой-то внизу. На этом, если я стою как на гире, я разгоняюсь, я чувствую, что у меня там балда, которая меня несет, а на этом не чувствуешь балды этой. Как полуподскок такой, да, типа, видишь, но он по весу не подскок ни хрена. Я хотел что-то полегче. Вот поэтому и говорят, слушай, Сань, вот ты понял, в чем фишку, смотри теперь. Поэтому и говорят, что это не, вообще непонятно, зачем его сделали. Да, не говорят, что... Реально непонятно, 30 килограмм веса. Он слишком тяжелый для своих... Вот этих и у него, это как его, объем больше, чем у этого, так, объем. 30 кг веса, короче, в нем, да, и при этом на нем, короче, разгоняться ты все равно не можешь, его начинает колбасить, нет в нем, короче, уверенности, потому что он очень там легкий какой-то, но вот у него реально там нет столько вот этих тормозов, как вот у этого, как-то это у него педали очень вообще непонятно, начинаешь делать, он тебе их в обратку нахуй постоянно вот это вот, ну вот, подмучено что-то там, типа, вот эта мощность, но... Ну, ты начал тоже смотреть обзоры, они говорят, что типа непонятно для чего с таким весом его сделали. Да. Но я начал сравнивать, думаю, а что мне тогда взять? Что?
Думаю взять... Ты поторопился чуть-чуть? Не... Да не, в том-то и дело, что я его выбирал уже месяца два, наверное, на него смотрел все обзоры. Все... Я полностью все раз... как его разбирают, не разбирают. Николу, то же самое, 16 диаметр, только там покрытка будет и уже, и не такая жирная. Ну? И что он мне это Никола даст? Вон то на Nbot S2 прикольнее, чем это реально. Оно мелкое, но вот на свое вот это, оно просто, вообще. Да, да, да. Вот на свои вот эти бабки оно вообще просто. Не сравнишь с этим, это реально стоимость, как вот этот. Ты, нет, у них вообще разное, если я сейчас на этом встану, тут да, просто да. 60 такие свободно вообще по этому парку не буду ехать, вообще не парюсь на этом. А на этом ни хрена. Этот стоит как этот просто, как мамонт, вкопанный вообще. Мне покрышка не нравится, я думаю, все это из-за покрышки. Ему в экодрифте, да, типа вот эту посоветовали, но это хрень вообще полная. Я на ней еду, меня шатает вправо-влево. Из-за нее нет стабильности. Там все ставят такую же, вот такую же покрышку, как у Влада, на подобие. Да, и на ней вообще, говорят, охеренная форма. Вот Хагов, когда делал обзор, ему пришла вот с такой покрышкой. Он говорит, это вообще просто идеально. Но ее не куда. С какой покрышкой? А, вот с этой, с шарманкой? Да. Ну, похоже, да. Это похоже, это знаешь от чего? Это же Акака покрышка. Вот, да, короче, вот такая он сказал вообще. За кого я пилю? Я пилю за BMW. Это от Ижака покрышка, короче, или ну реально от Ижака, или там от Явы, значит, такие от Восхода. Реально прям вообще от мотоцикла. От Восхода, понял. Это 16-й день. Брат, по этот, как его? Протектор такой. Протектор, ну, да. Да, рисунок, да, да, похож. Там, да, есть, да, и мрак, да. Я вот такие же, да, были наподобие, что прямоугольниками такие. Да. А у нас вообще от мотоцикла стоит покрышка от мопеда. Это вообще 14 диаметр колеса, ну, самого обода. Здесь-то диаметр обода, наверное, 12, вообще 11 там или 10 здесь, наверное, а здесь 14. Ну, считай, здесь по 2 дюйма, наверное, с каждой стороны. Ну, по полтора даже взять, 3 дюйма. Ну, как бы 14 минус 3, получается 11 где-то вот. Ну, оно нету, это опыта, это опадать 10-13 дюймов, вот они. Не, так я говорю, я просто сидел, думал, что еще брать. Не, я полностью доволен вообще за эти деньги. Мне вообще все нравится. Просто что единственное, я говорю, я думал, что оно будет все-таки полегче. На пробег сколько? 1700. Свежего. А ты поднимал его? Нет. Подниму, да, подниму. Оно, видишь? Это сделано, я говорю, здесь, то есть много на вот это, на дизайны, на все вот это вот. Не, ну, да, это, блин, нормально, вообще такое. Не, ну, дома-то я его... По сравнению. Ну, ты закрой эту подножку. Не, ну, а видишь, смотри, второй ручки нету. Заметь, что ты его только вот так можешь нести. Ну, у меня его тоже не очень удобно. А да, вот этот раз, вообще и... вот. За вот эти взял и пошел. Не, мне сбоку как-то поудобнее. Понятно, но это реально уже вот так. Держусь вот так прям. За одну, да? Пошел одной вот это. Не, я его из дома спокойно. И прямо через эти 5 ступенек я его закидываю, блядь, и все, и повез. С другой стороны, было бы оно легче, не было бы такой стабильности. Ну да, да. Чем легче, чем меньше стабильности, да. Да, на кнопку нажимаешь и ставишь его, типа. Наклеек Серег всяких нахерачил,
аппарат такой себе. Непонятный, короче. Я говорю, я просто думал 16. Просто вот реально 16, все, что в нем есть. Все, что в нем есть, влезает в 20 килограмм, в 30-ку, да. Ну, бабка, вот того, этот мотор. Пластмассу они нахерачили здесь прям вообще. Подняли вот этот стаканы, корпус. Короче, сделали очень крепкие. Здесь корпус крепится. Стойка. Стойки там, везде. А здесь просто там такая толщина пластмассы и везде ребра жесткие. То есть здесь вообще его, чтобы сломать, надо. Где там железо есть? Ну, железо, ну а что здесь, ручка? Так пластик один, да, вот это? Ну, такой вот нету, да, там рамка? Это я не пойму. Никакой. Что это такое? А она железная ручка, не, смотри, не, за не, что не. Там есть рамка. Тут, короче, вот она с пультом. Да, да. То есть она включает. А есть такие, вообще продолговатые, можно так, знаешь, не ебать, назад. На пульту, типа, ну. Они прям крепятся, тоже прикольно, на трубке. Угу. А, это ты, этот, с пульта у тебя, да? Поворотник. Угу. Прикольно. Не, а у нас, видишь, поворотники есть. Встроенные на Шерманах. Есть, да. Ты просто наклоняешь он типа сам. Вот эти ну, вот фиксацию делают. Вот а эти вот. Вообще ни хера не видно. Они капец. Я сюда светоотражающую наклею, сюда белую наклею. А эти боковые ни хера, они так не светят. Ну это тоже светоотражающие. Да. Красные, белые, да? Да. Они под углом, сильно только под определенным. Надо было мне сказать, я бы тебе дал мне шматок какой-то. Рулон у меня вот не, такой просто. Это именно по ширине прям идеально под этим стоками. Да, там из нее берешь, выдеваешь. Я легонько так чик-чик-чик-чик и легонько. А это ножницами раз там нужные, нарезать. Все, я. Там у меня такие просто там на 10 на 20 такие квадраты. Вот эти. Зарычал, как-то завелся. Есть такая катафота с сигнализацией, короче. Если ты его поднимешь, она заорет. Вот у меня слабый, у меня вообще 2.5. Окей. Ампер, блин. Короче, видишь, я говорил, вот только что Саня рассказывал эту хуйню конкретно, да, Саня? Так, слышал. Ты катался, а я Саня рассказывал, короче, в этом, в аккумуляторе внутри стоит сепаратор. Да. Вот, и это, короче, сито такое с дырками, дуршлаг, грубо говоря. Я понимаю. Я знаю, и через него, если очень быстро начинают идти электроны, ну, не только электроны, там жидкости, обмен жидкостей происходит. Там одни жидкости превращаются в другие, через эти дырки пролезают, короче, там. Ну вот, химический процесс, да. Ну вот, и, короче, чем больше и быстрее он проходит, этот процесс химический, тем больше рвутся эти дырки, разъебываются гузла, понимаешь? Ну, то есть, больше становится. И в итоге разрывается, если вообще прорывается сепаратор, то там вообще замыкание может происходить. Вот смотри, например, у меня на телефоне замкнувший аккумулятор, но он вот так работает, да? Он работает. Значит, получается, литий, он боится мороза, застывает. И вот он... как только, короче говоря, начинается мороз, прихватывает мой аккумулятор, так? Он вроде нормально еще работает, лежит. Но как только я начинаю его использовать, телефон, ну вот, тыкать его что-то, да, использовать. Значит, короче, литий, который застрял вот в этом, как его, в сепараторе, в дырках, понял, в этих. Ну, туда он не должен был попадать, а он туда попал в разбитое гузло. Ну вот. Этот литий начал нагреваться, разогрелся до большой температуры и создал вообще там замыкание, понял? Все, мой аккумулятор, короче, моментально сам внутри себя раз и разрядился. Саморазряд у него произошел. Ну вот, то есть ты же видал такое, да, когда чуть хреновый аккумулятор, ну вот, ну, на морозе да, ушатанный, да. Он вообще на морозе быстро начинается, ну, так он нормально работает, а вот на мороз его высуни, сразу, чуть раз, все. Сразу, да, причем нет, если он не будет большой нагрузке подлежать, он даже на морозе работает еще, продолжает, ну, в
кармане лежит, если твой телефон, он не замерзает, не садится, эта батка. Как только навигатор врубишь, все, моментосом. Ну вот, поэтому это вот именно, короче, вот это замыкание внутреннее на аккумуляторе из-за того, что там сепаратор. И, короче, когда чем частицы быстрее движутся внутри аккумулятора, то есть это зарядка аккумулятора и разрядка аккумулятора, вот, тем быстрее убивается этот сепаратор. Ну вот, понял? Все, а сепаратор — это единственное, что убивается в литиевом аккумуляторе первым. Вот. После него начинается там замыкание, короче, литий может сам, то есть там сложный процесс происходит химический, да, такой, что литий, короче говоря, распадается там на разные части, короче, и некоторые части являются кислородом. Ну вот, и происходит прям внутреннее возгорание аккумулятора. Вот, то есть сперва внутренний жесткий грев, потом возгорание. И он, когда, ну, горит, там прям на ходу прям генерируется кислород из лития. Вот. То есть ему пространство, у него ему не надо просто гореть. Вот. И в аккумуляторы, в них, в эти, как его, более-менее аккумуляторы встроен такой патрон. То есть он у тебя не весь, а там в нем еще есть часть пустотелая, заряжена порошком, короче, этим против, ну, пожарным. Порошком заряжено, чтобы когда он, короче, взрывается аккумулятор, чтобы он туда вовнутрь себя, короче, взорвался, и там его засыпало порошком сразу же, понял. Еще круче аккумуляторы — это когда на них БМС-ка прям стоит, на аккумуляторах дополнительная. Ну вот, прям под плюсом, под контактом стоит плата, видна прям она вот так. Они еще больше стоят, такие аккумуляторы. Вот здесь вот этот сарай, да, сносят, короче, что-то. Да, не так давно его поставили, бабок сюда втюхали и снесли, короче, что-то его. Как это, короче. А где, где? Около октября. А-а-а. Сейчас дома вот, ну, видос делается. А? Рендерится видос вот этот, короче, последний, который я сделал. Ну, на колесная тема 5 называться будет. Говорит, взял, короче, болт с большой шляпой. Вообще так сказал, жестко взял болт с большой шляпой. Что-то там... забил. Нет, шляпой закрыл дырку. Закрыл, да. Отверстие. Отверстие. Чтобы туда грязь не попадала. Отверстие. Такой гайд жесткий, понял, вот это получился. По закрыванию. То это отверстие, то это отверстие. По закрыванию отверстий большими шляпами. Ну я туда не стал такие жесткие пол картинки вставлять. Такие, но далекие от этого всего поставил картинки. Ну вот это я охуел сам, когда баба рулеткой рот меряет. Вообще, блядь, да? Вам нахуй. Мужик ей замеряет, типа. Thank you.
А, ты хочешь, да, на нем прокатиться? Все, ровно, ну, едет. А что он будет кривый? Нет, он будет. Вот его стрию держит. А, ну это побыстрее надо ехать просто. Да, медленно держит его. Ладно, у тебя сейчас жестко. Вроде бы да. Видишь, что может быть Но видишь, в чем фишка, короче, пружинить, это значит, как тебе сказать. Ну, когда вот это вот мягкое, смотри, Влад, когда, короче, вот машина, да, машина не гоночная, у нее мягкая подвеска. А когда она гоночная, ее вообще нету подвески, понял? Там вообще все жесткое, еще и резина супер низкопрофильная, тут вообще жесткое все. Кузов не должен от асфальта вообще никак отдельно вот это прыгать там. Понял? Все. Конечно. Не, есть вот, делается специально, да, небольшая подвесочка. Небольшая подвесочка, и там вот эти амортизаторы сами стоят эти, ну, чтоб гасить. О, темперы. Ну. А так. У тебя и западок он выстреливает вообще нереально. Ну а твой тоже, когда на него вот эти верхние ставишь. Я даже так и не покатался с ними. Ну ты ж попробовал тогда-то. Да. Ну и так, понял. Ну я тогда в них постоял, там вообще потом их снял, вообще чуть не провалился, сразу в асфальт такой рыло, блядь, вообще. Подушки. Шьет, да? Давай вот шиванем он туда. Вон до туда. Я не буду, я это. Ну просто. Вторых я только 30 Да, заметь, ты когда вот так упираешься, если тебе очкарь врезается, то это уже опасный момент начинается.
так-то. Нельзя так, да? Да, конечно. Это, вообще подушки вообще не для этого.
Ну ты вообще что? То есть за эти бабки, да, ты же покупаешь и фару же тоже себе. Ну, как бы все надо. Я свою глупашиваю, она просто как прожектор. Хреначит. Я тебе говорю, здесь в этих терминах, знаешь, как сделано? Там до самые, ну, до самые минимальные бабки, самые максимальные параметры. Все, и пары, и все тут такое. И стопа тут жесткий, вообще все жесткое. Настолько просто сразу вот берет отдых, да, и не знает, сколько его там. Ну поехали в обратную сторону, потому что что-то холодновато так все-таки. Даже к такому привыкаешь. Саня там сказал, быстро, говорит, родным становится. Да. Китайская, блядь, побрякушка. Саня, твою эту там, короче, такую репу вырезал нахуй из этого, из твоего канала, где у тебя мультяшная такая лоб. Ага. Это ты рисовали, да, тебе? Ага. Ты тоже, ну, стримил, и нихера, да, нету просто так, ну, просмотров нету. Да нет, почему? Все было хорошо, все начиналось, но постепенно люди росли, потом у меня там просто немножко лично чистые проблемы были. Мне пришлось все это бросить в один день. Ну, сейчас ты вот тоже там что-то ведешь. Ну, все, а сейчас теперь просто так уже. Ну, и у тебя все равно там похер. Старые видосы-то навалены, есть, видны. Ну, есть, вот они лежат, там у них и нет тоже и просмотра. Не, а, да ну, оно ж не будет, если канал не живой. Ну, понятно. Такая фишка, да, с Ютубом, что, короче, из всего 100% каналов, да, каналов, вот, взять на Ютубе 100% каналов, так, из них, короче говоря, только 3% каналов топовых, 3% каналов топовых, так, остальные каналы не топовые, все, они в жопе, типа как наши, понял, ну вот, так, и
просмотры, знаешь, как разделяются на эти каналы? То есть, короче говоря, из 100% публики, аудитории Ютуба, 85% аудитории смотрят вон те 3% топовых каналов. Просто для тех, кто каналы ведет, да, для авторов. И вот там это было, как вам помогает там вот это все на Ютубе, как вы там, как у вас там, не считаете ли вы, что это все, ну, у, ну, есть конкуренция с другими каналами, ну, или там рекламные какие-то. То есть я им конкретно везде описал, что я считаю, что кто реально бабла больше заплатил, у того и больше просмотров, вот, за свои просмотры. Больше никак, то есть там больше их никак не будет. То есть, чтобы раскрутить канал, тебе надо бабла ввалить туда, понял, в раскрутку канала. Просто так ты не сможешь хайпануть, никак. И вот ты, например, смотри, хайповый ролик сейчас возьми, да? Не то, что ролик, а вот просто хайповый тег. Ты, если ролик создаешь, ты вообще не знаешь, хайповый он или нет. Вот единственное, вот вводишь, например, сейчас в интернете, да, хайповый ролик. Вот название, которого нет других роликов. То есть под это название только один ролик. Например, вот это вот большой, как называется, который я создал вчера? Большой... Большая шляпа или как там, блядь, короче, что ты вот это... отверстие. Да, большая... вот с этим названием это единственное, только один, да, будет ролик. И на него ты не сможешь никак придумать его, вот когда у тебя нет такого ролика еще. Вообще никак ты, это спонтанно мне пришло, идея, да. И я его раз и назвал, все спонтанно. Ну вот, а так вообще люди, когда создают такой, ну, жесткий контент, они как, короче, делают? Они пробивают, которые теги сейчас у нас будут самые, короче, топовые, так? И вот они подготавливают с максимальным вызовом теги, которые больше все сейчас люди потребуются. Например, перед чемпионатом мира по футболу будет вообще жестко. Футбол там, ну, все будут, больше всего в интернете будет вводиться слово футбол, понимаешь? Опять же, смотри. Если ты захочешь, типа думаешь, да, я сейчас создам ролик со словом футбол, или там содержимое будет футбол, и его будут также миллионы смотреть, как и другие ролики, нет, такого не будет. Потому что тут получается, когда ты создал ролик большой, ну типа болт с большой шляпой закрывает дырку, у него конкуренции по названию вообще нету. Понял? По тегам. А когда ты по футболу создашь ролик, там еще и в это время их просто кишить будет, то есть в день несколько тысяч роликов про футбол будет выходить, ну и, естественно, твой там на дне затеряется, понял, если ты меньше заплатишь, чем они, опять же. То есть тут реально только либо ты должен сам ковыряться и выискивать вот это вот теги или темы, чтобы понравилось народу. Ну вот я смотрю, сколько, да? В основном, короче говоря, вот такие вот эти отдельные теги, они нет такого, чтобы миллионы просмотров было. Нету. Отдельные теги 1000, 2, 5, 10, 20, 50 тысяч, все. Если у тега миллионные просмотры, ну, у ролика, значит, у него тег не один, а он вот именно в этой куче лежит, где, то есть, тег, например, сантехника, тег. Вызываешь там немерено этих, ну, сантехников, каналы, да, видосов немерено по сантехнике будет. Ну вот. И, а вот у этого видоса больше всех было проплачено, и он по этому тегу сантехника, блядь, ну, больше всех набирает просто просмотров, и все, или там его SEO-оптимизация, знаешь, что такое? Вот это. Серег, я все это несколько лет изучал, понятно. Потом в итоге я просто понял, что я не хочу делать видео, я хочу вести самое. SEO-оптимизация также на них работает, короче. Но она как бы вообще SEO-оптимизация сейчас на данный момент не поймешь теперь, работает или нет. Сейчас знаешь еще чего работает? То есть вот этот робот, да, робот, который, короче говоря, на контент ID у них на Ютубе есть робот, который вычисляет вот именно видео, так? Видеоряд, так? Вот. Короче говоря, когда твой видеоряд идет, что вычисляет робот? Казалось бы, он ничего не может, да, вычислить.
На самом деле, короче, знаешь, такая есть программа Яндекс.Маркет. Вызываешь в телефоне прям фотоаппарат, на любую вещь наводишь, которую ты не знаешь, тебе в Яндекс.Маркете сразу показывает, сколько она стоит, эта вещь, на каком сайте дешевле ее купить. Вот. Так, это робот, он уже знает, у него 3D-модели всех вещей подряд, которые продаются, все внесено. С видовыми схемами, да? Все полностью внесено. И теперь, когда ты видос выкладываешь на Ютубе, да, он, робот Ютуба, проверяет прям видео твоего видоса, что там происходит. Вот, например, если ты возьмешь, сейчас выложишь видос, который никто не посмотрит, название у него будет, ну, вообще никакое. Ехал по тротуару, название вообще беспонтовое, да, будет. Выложил видос, никто его не посмотрел. И мы будем ехать по тротуару, прям ехать по тротуару. Никто не посмотрел видос. Да? В следующем видосе мы, короче говоря, выложим, как, например, кто-нибудь наебнулся, да, и снова назовем его ехать по тротуару. И этот видос будет несколько тысяч, несколько десятков тысяч просмотров. Знаешь почему? Потому что робот вычислит, что тело наебнулось в этом видосе, прикинь. Оно видит твое тело, кости. Экшен какой-то прошел. Оно видит, что ты идешь, вот у тебя ровно кости, и ты берешь за какой-то короткий промежуток времени, твое тело, например, в воздухе переворачивается, кости твои переворачиваются. Начинается вот эта вот фишка, компьютер сразу начинает думать, что это происходит в видео. Что-то не то, он-то точно не может понимать, что это. Но он примерно представляет, да, с другими видосами, акробатические представления какие-то, что-то такое. И он тебе им прямо и подсунет вот этот видос. То есть реально, где будешь смотреть акробатические представления, где там кто-то падает или что-то вот это крутится, и этот вывалится, как мы вот ехали, и кто-то ёбнулся, или кто-то стоял и ёбнулся, ну вот мало ли, что было, да? Она, понял, программа полностью интеллектом каждый объект, который есть у тебя в видосе, полностью проверяет. Полностью, все, забудь, нет такого, что ты кинул видос, и он просто лежит, все, нахуй, нету. Не сможешь ты обмануть, то есть и говорится о том, что если ты написал, ну, сделал видос, то ты должен в названии видоса написать основную тему, про что он. И в описании тоже, про что он. Ни в коем случае нельзя писать туда топ, ни про что он. Это не будет все равно вываливаться людям тем. Потому что если ты выпалишь видос про сантехнический кран, напишешь сантехнический кран, робот проверит, так, сантехнический кран, крутят там его, крутят, есть в картинке сантехнический кран, вот такой-то фирмы, все, его вот сюда ложим, его будем этим показывать. А вот этот видос, обозванный сантехнический кран, но там его нет в картинке, мы его вот в эту помойку кинем, и все. Потом вот это все, смотри, вот эти все с достижениями игрухи, это завязано на онлайн-играх, так, на онлайн-играх, так. И там всегда это сервер думает, потому что если у тебя комп еще и будет про достижения вот такие думать. Опа! Впоролись. Ты засмотрелся, блядь. Танк в это. Руку не ушиб, ладно. Короче, это... Ну у него вот, короче, рыло вот это, оно бампер такой. Тебе надо резинку туда. Короче, кода пол надо порядочно в игре, чтобы было, и чтобы ресурсы вот это вот просчитывали еще постоянно. Ну, вот эти вот искали совпадения, что ты выполнил вот это вот достижение. А если не выполнил, все равно искали, ну, когда ты его выполнишь, то есть там ресурсы. Поэтому на серверах, в основном на серверных, ну, там вообще отдельный этот за эту хуйню, отдельный компьютер, ну, отвечает за вот это вот дело. Твои достижения. В PlanetSide как втащили этих достижений, то есть там игра без достижений была, как втащили, охренеть вообще.
на каждом на конце. На самом деле это ломает геймплей очень сильно. Не, ну там не. Начинают выполнять вот эту хуйню и не играют. Не, а там, короче, наоборот, ты чё? Вот эта игра Planet Side, она ничего не ломает. Там нет ничего, что ломает эту игру. Вот, там, короче говоря, в ней то, что достижение сделано, знаешь, зачем, короче, смотри, да? Например, я снайпер, короче, да, фигарю снайпером, такой, мне сперва дали, ну, там, мелочевку какую-то давали, потом, короче, дали пол такую прикольную карточку, то есть, когда я типов убиваю, у них моя, типа, фотка выскакивает, и на фоне сзади фон, короче, можешь ставить сам флаги там какие-то, я ставлю фон, у меня фон на фотке сзади, типа, карточка такая голубая, она такая... Ну, новая, короче, типа как плакат такой новый, короче. И на нем такая снайперка нарисована, да? Она такая, типа, ну, в программе из линий такая, из подсвеченных, понял, снайперка. И от нее такие отходят такие стрелы, ну, не стрелочки, а просто, типа, как линии. И там подписаны, типа, модули какие на ней, ну, что там, знаешь, стоит. Ну, понял, типа, схема снайперки такая, типа, снайпер стал. Ну, вот, а когда, короче, это стал мастер, типа, снайпер. А когда, типа, становишься элитным снайпером, все, получаешь последнее достижение на снайпере, дают снайперскую винтовку самую блатную, ну, она, короче, как убойная просто, не самая блатная, а убойная самая. Ну, вот, короче, и это, и дают вот этот, ну, обшарпанный, короче, этот, как его, визитку эту обшарпанную, понял, вот точно такая же, как у мастера, которую вообще легко получить, обшарпанную, чтобы получить там реально, там, 10 тысяч, что ли, народу в черепат надо завалить. Фишка, да? Я смотрю, на евросервере, короче, чтобы это достижение получить, надо из снайперской винтовки просто челов убивать. А на нашем сервере я... И так я и делал на евросервере. А на нашем сервере, чтобы его получить, надо в голову их убивать. Вообще, блядь, жесть. Нахуй, вот это было танцы с бубном, прикинь, со снайперок там вообще... Онлайн эта игра, там никто на месте не стоит. То есть ты стреляешь в основном в людей, в штурмовиков, в медов, они вообще никто на месте не стоят. Они привыкшие играть, то что они, ну, за счет того, что они двигаются в них, из-за этого все это осколочные только летят какие-то и все. Так, ну, в бошку не попадают. Короче, вот, нахуй, придрачивался вообще точно, ну, там. А еще когда был пинг плохой на евросервере, там вообще плохо в бошку попадать. Там надо прям замереть, чтобы враг прям замер тоже. Конкретно ему в голову навести и конкретно выстрелить, а не вот так с отмашки вам хрен попадешь, там что с отмашки вообще. Стреляешь во вчерашний день, блядь, ну на евросервере, понял. Там 200, я не знаю, пинг нахуй, все, я... Там только со стелса по-тихому чикать дураков, понял. Ну чё, на расход? На ты чё как? Поехали ещё до дельфина прокатим. Да нет.